Используя средства Google Apps, вы легко можете создать анкету или тест и оперативно получить информацию либо в виде сводки с диаграммами, либо в виде полной таблицы. Вы можете использовать видеоматериалы, как производимые самими преподавателями, так и размещенными для открытого использования в сети интернет на многочисленных образовательных видеоканалах. Здесь, в частности, приведена история сотового телефона, по мотивам которой составлен тест, который рассказывает о миниатюризации этих устройств и к чему все это привело. Как можно использовать сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки в образовании, не сильно нагружая школьную сеть, а используя технологию, которая широко распространена сейчас во всем мире, принеси свой собственный девайс.